Здравствуйте, меня зовут Бабурин Виктор, и я являюсь сотрудником закрытого акционерного общества «Струнные технологии». Я работаю здесь в должности директора по международным отношениям. Бабурин Виктор, юрист. В 2002-м закончил столичный государственный вуз. В 2003-м получил дополнительное образование по специальности «Оценка бизнеса». Изучение английского языка и стажировки за рубежом позволили при работе в ряде российских государственных и частных организаций свободно взаимодействовать с иностранными партнерами в области развития деловых отношений и ведения совместных проектов. Я активно интересовался экосистемой, складывающейся вокруг такого нового направления для России, как венчурный или высокорискованный бизнес. Участвовал в тематических конференциях и вел собственные проекты. В 2011 году я присоединился к команде Анатолия Юницкого, которая занималась новым прорывным транспортом. Для каждой страны проблема транспортировки, особенно в труднодоступных и климатически сложных условиях, всегда была одной из наиболее острых и труднорешаемых. Поэтому такое технологически простое и одновременно с этим обладающее таким глобальным прорывным потенциалом решение, безусловно, привлекло интерес. Работая в компании, я веду направление по взаимодействию с нашими зарубежными партнерами. Это переговоры, презентации проекта. В случае достижения соглашений или договоренностей, организую и контролирую процесс делопроизводства. Мы активно устанавливаем контакты со странами Евросоюза, Ближнего Востока, Южной Америки, Африканского континента. Проявляет интерес к нашим разработкам и Китайская Народная Республика. Поэтому в сектор компетенции Виктора входит работа с зарубежными специалистами в области международного права, разработка необходимой документации для потенциальных инвесторов, постановка задач и прием исполнения работ. Причастность к такому глобальному и перспективному проекту дает возможность погрузиться в работу сильной команды профессионалов, реализовать себя как специалиста, а самое главное – попробовать изменить этот мир к лучшему.